Друзья, всем привет! Сегодня покажу вам фильтр. Заказал на 5-литровый аквариум фильтр-рюкзачок, потому что напрягает вот звук от пузырей. Да, и хотелось бы, чтобы была фильтрация. Значит, вот заказал вот такой фильтр. Geneca XP03B. Вот такой он. Я думаю, уже все видели эти фильтра. Вот, не нужен там прям подробный обзор. Вот, повешу уже там через день-два сделаю видео. Вот тут такой фильтр идет, правда, ни к чему тут уголь, но он заклеенный, я так понимаю, одноразовая картридж кассета. Но ничего, мы его сделаем многоразовым. Вот, все стандартно, все. Только единственное, что нету нормального штекера через эти вот хлипкие переходники. Ну ничего, обрежу и поставлю, наверное, нормальный штекер, а может, с этим буду пользоваться. Вот, в общем, так. Аквариум, ну давайте сейчас уже включу свет. Так, сейчас, секунду. Ох, так. Вот так сейчас аквариум выглядит. Креветки попрятались. Но мне, несмотря ни на что, вот нравится. Вот прям нравится. Отлично сюда буцефаландра мелколистная вот эта подошла. Вот отлично, грунт. Все супер. Вот, может быть, на выходном, на выходных, может, на следующей неделе, на этой, померяем тут параметры воды. Вот, ну, а пока на этом все.